Всероссийский фестиваль «Весна студенческая 2013» подошел к концу. Друзья, родственники и болельщики победителей из Челябинской области встречают своих героев. Звонки, переживания и вот она, долгожданная встреча. Многочисленные болельщики собрались на перроне в ожидании своих победителей. Впервые в истории фестиваля «Всероссийская весна студенческая» гран-при в общекомандном зачете завоевали южноуральцы. Дружеская атмосфера не угасала и после приезда. Нам союз молодежи путь к искусству открыл. Нас призвало в надежу, фестиваль подарил. Нас биение жизни каждый юный крыла. Я сегодня встречаю своего молодого человека. Он участник студенческой весны, они заняли 3-е место в номинации журналистика. Я безумно за него рада, безумно горжусь, потому что это первый раз, когда он участвует, и уже, в принципе, по России такие результаты. Это, по-моему, очень здорово. Более 100 челябинцев проявили себя в направлениях оригинальный жанр, танцы, вокал, театральное направление и журналистика. Победа каждого участника – это результат упорного труда и сплоченности коллективов. В течение года идет системный, целенаправленный отсмотр ребят, городской этап, областной этап, работа жюри, оргкомитета, очень большого количества людей для того, чтобы сформировать ту группу людей, которая действительно может поехать и всех победить. Гран-при танцевального направления также завоевали южноуральцы. Первое место в номинации «Эстрадный танец» получил танцевальный коллектив Deep Vision, победитель регионального этапа. Ансамбль Deep Vision, который представлял Южноуральский государственный университет, это коллектив, который много лет принимает участие в этой программе и неоднократно становился лауреатом весны студенческой. В направлении журналистика участники выполняли 3 специальных задания в течение нескольких дней – съемки, создание материала и монтаж. В номинации «Новостной видеоматериал» 3-е место заняли студенты ЮРГУ Павел Песков и Татьяна Максимова. Эмоции непередаваемые, весна – это нечто, это что-то с чем-то, я никогда не участвовала в российской весне, и я бы еще 1 000 000 раз там поучаствовала. Это просто непередаваемая обстановка, такого безудержного веселья, такого, я не знаю, яркого эмоционального позитива, что, блин, я приехала заряженной энергией, я готова свернуть горы. Студенческая весна принесла немало сюрпризов своим победителям. Иван Иванов, студент ЮРГУ и начинающий фотограф. Много лет пробовал себя на съемках, но профессионально стал заниматься искусством фотографий всего год назад. За свои творческие работы удостоился специального приза от членов жюри. Получил спецприз от пиар-агентства крупного в Москве, поездку туда, 2-недельную на стажировку. По итогам фестиваля следующим местом проведения российской студенческой весны выбрана Самарская область.